главный товар только сегодняшнего дня. Итак, внимание, спецпредложение только сегодняшнего дня. Это модный спортивный стиль, который все больше набирает обороты среди модниц и чаще встречается не только в повседневной жизни, но и даже на праздниках, потому что современная спортивная одежда позволяет выглядеть красиво, стильно, даря нам с вами возможность чувствовать себя максимально комфортно и удобно. Бренд Freya Collection только сегодня, в один день, когда у нас летний предпоказ, решил порадовать нас модной новинкой костюм модных тенденций 2021 и 22 года. И это модель на все 4 сезона. Представляет сегодня ее для нас, конечно, самый главный имиджмейкер телеканала Шопеншоу, самый стильный, самый красивый, эффектный наш Микола Комендров. Микола, привет! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня главным предложением дня стал, безусловно, конечно же, костюм. Первые майские праздники мы хотим с вами отмечать с комфортом, поэтому у нас с вами в комплектацию войдут брюки-джокеры с эластичной резинкой и высокой посадкой и с элегантными лампасами, которые будут освежать ваш образ, делать его более смелым и, безусловно, сделают ваши бедра более деликатно красивыми. Безусловно, конечно же, также у нас будет присутствовать свитшот, который оторочен капюшоном с светоотражающим материалом для того, чтобы ваше лицо сияло, как у ангела. И, конечно же, функциональные карманы дадут возможность скрыть свои секреты. А у женщин их, как говорится, хоть отбавляй. У нас 4 цвета на выбор, которые вы можете также примерить на себя. Может, кто-то заберет сразу 2 оттенка. Мне очень нравится, что у нас по стилям разделены, да, ягодные оттенки и оттенки зелени. Итак, внимание, пудровый оттенок выбирает наша Анна, наша Ника. Посмотрите, он розовый называется в заказе. Анна выбирает такой темно-зеленый оттенок. Есть у нас темно-синий цвет, который выбирает наша Дарья. Я выбираю цвет бордовый. И есть еще один цвет, он называется светло-зеленый. Вы получаете сразу 2 вещи. Это и удобные брюки с лампасами, это эффектная стильная мастерка, которая в виде бомбера, длинной удлиненной туники. И все это сегодня для вас по уникальной цене, только сегодняшнего дня, 2499 рублей. Да, итак, и завершающий. Четвертый цвет у нас с вами вот такой красивый светло-зеленый оливковый, он будет называться в заказе. Выбирайте сегодня главное предложение, оно от 46 по 60. Забирается смело как размер в размер, так же и на размер больше. Все зависит от вашего личного желания. Так как у нас с вами сейчас многие тяготеют к стилю оверсайз, поэтому можно взять больше. Но по факту размер соответствует. Слушай, мне очень нравится такой стильный дизайн, потому что все-таки спортивные костюмы, да, обычные, они не делают нас женственными, они больше мускулинные, да, как говорят стилисты. А здесь очень женственный, стильный образ. Плюс еще и красивые эффектные лампасы, которые сразу вытягивают наши ножки. Итак, Микол, расскажи, действительно стильный ли это модный костюм в модных тенденциях 2021-2022 года? Безусловно, ее можно даже назвать смело современной классикой. Если раньше классикой считался просто жакет, юбка, карандаш или жакеты, брюки и жилет, тройка, то сейчас современные женщины выбирают для себя основным костюмом классическим именно вот такой а-ля спорт. Потому что их можно как раз-таки носить вместе для путешествий, для прогулок, безусловно, время провождения в любом случае на отдыхе. И многие даже выбирают его раскомплектовывая. Можно носить брюки отдельно с более строгими блузами. И, конечно же, вы сейчас видите подборку, что многие звезды выбирают его для себя. Да, кстати, американская стилистика, особенно культура R&B, ввела в моду ношение брюк с лампасами на каблуках. Карди Би, многие другие, Риана. Девушки, которые как раз-таки работают в этом стиле музыкальном, они как раз-таки часто присутствуют не только на ковровых дорожках, но и в повседневной жизни как раз брюки с лампасами и на каблуке. Причем каблук тоже может быть полуспортивного силуэта. Сейчас такой обуви хоть отбавляй. На танкетке, например. Да. И вы получаете сразу 2 вещи по одной цене. Это и брюки, и стильная вот такая, знаете, мастерка в виде парки, в виде удлиненной туники на замке. То есть ее можно носить абсолютно отдельно. С джинсами надели вы. Вышли, например, на дачу прогуляться, не знаете, что накинуть, опять накидываете для себя именно эту мастерку. Красивый, эффектный у нас здесь капюшон, вставка из очень красивых, сверкающих материалов, которые будут оттенять ваше лицо и сразу делать вас моложе. 2 стильных вещи по одной цене за 2499 рублей. И это летний предпоказ, это модный бренд Freya Collection. А бренд Freya Collection — это любимый бренд всех наших телезрительниц. Мы ждали его появления, и вот именно сегодня, выбирая для себя сразу костюм Беверли, мы получаем стильный, готовый, модный ансамбль.
ансамбль. При этом он так идеально сидит на фигурах. Вот смотри, Микол, мы с девчонками разные. Наша Анечка, Даша, я. То есть у нас разные размеры, разные формы фигуры. Но как стильно костюм подходит каждой из нас индивидуально. Да, это действительно так, потому что здесь, во-первых, у нас с вами дистанционный свободный крой, который полностью отработан так, чтобы без примерки можно было выбрать. Во-первых, поставлены брюки на очень высокую посадку. То есть у нас с вами достаточно высокая гульфовая часть. То есть мы даже вам сейчас ее продемонстрируем. То есть ее прям видно визуально, да? То есть прикладываю, она сидит очень высоко. При этом полная длина. Лампас работает на заужение. Поверхность у нас с вами идет резинка. Причем брюки у нас с вами растягиваются и с быстрым легким возвратным эффектом. То есть они работают как масло, прилегают по фигуре. 33% вискозы в составе. Уже молчу про саму именно парку, свитшот, мастерку. Она имеет свободный силуэт, она по факту не сильно прилегает по плечам. Слегка даже спущенная конструкция плеча у него здесь присутствует. То есть вместо 12 сантиметров прибавка еще идет на 1,5. И, безусловно, конечно же, детали в виде карманов, которые как раз как камуфляж скрывают всякие недостатки, особенно в зоне живота. Вот мне очень нравятся именно эти детали, да, модные стили на карман, на плечики. Это смотрится очень эффектно. При этом вы получаете две вещи, которые можно носить отдельно. А наши брюки от спортивного костюма Beverly вы можете надевать с футболками, с куртками, с вашими привычными другими верхами, с блейзерами, да, с какими-то батниками. И при этом выбирать либо лоферы, либо кроссовки. А вот верх от костюма можно накидывать даже на платье, как это делала наша Ника буквально минуту назад. Главное успеть дозвониться. Две вещи по одной цене. И при этом, знаете, что мне нравится? Что очень красивый, хороший материал. Да вот скажи пару вот секундочек, что за материал у нас? Здесь у нас с вами инновационный, пластичный и очень гибкий трикотаж на основе 33% вискозы в составе. Остальное занимает лайкровая фактура, которая и дает возможность материалу быть очень тягучим, пластичным и гибким. А значит, он хорошо носится, не пеленгуется, держит красите, а значит, тоже после тысячных стирок будет выглядеть свежим. Забирайте свой самый стильный костюм, будьте модные этим летом. У нас модный летний предпоказ, и эта цена только сегодняшнего дня. Делайте первые заказы, выбирайте для себя.